день, дорогие подписчики. Сегодня у нас на обзоре коляска фирмы Indigo. Отелька называется Santa Cruz. Коляска для двойни. Коляска идет трансформер на надувных колесах, на классических. Очень хорошая амортизация, что с передней, что с задней стороны. Давайте посмотрим поподробнее. Хороший материал, качественный. Здесь у вас есть большая москитная сетка для лета, для циркуляции воздуха. Для ваших малышей также, что хотела сразу показать, пока не забыла. Смотрите здесь. У вас сзади огромнейшая москитная сетка, а для зимы все очень плотно закрывается. Ткань плотная, повторюсь еще раз, прям утепленная. Накидка на ножке большая, чтобы вы видели, с воротником стойкой, чтобы дождь, снег, ветер, ничего не надуло. Крепится она на обычных клепках по бокам. Убираем. В комплекте данной колясочки идут две вот такие люльки-переноски. Очень удобно будет ходить в больницу. Отстегиваем. Достаточно большие, вместительные. Беленькие, светленькие, утепленные. Две штучки. Давайте уберу сразу. Посмотрим на внутренность. Для одного малыша, для другого. Все комфортно, широко будет. Здесь в дальнейшем вы это все отстегиваете, когда ребенок уже сидеть будет. И ставится второй бантик. Вот такой. У данной коляски обязательно есть ограничители между ножек, чтобы ваш малыш никуда не вывалился. Здесь все просиликонено. Также подножка просиликонена. Опускается с нажатием двух кнопочек. Натягиваем, нажимаем их на себя и опускаем полностью вниз. В дальнейшем малыши будут ставить ножки вот сюда. Что еще хотела сказать? Спинка у вас механическая. Поднимается при помощи рычажочка. Вот здесь вот, чтобы вы видели. Вот рычажок натягиваем, мы поднимаем. Три уровня наклона спинки у вас здесь идет. Большая вместительная корзина для покупок, куда влезет просто все, что угодно. Также в комплекте у вас идет сумка для мамы. И здесь есть огромный-огромный кармашек для всяких мелочей. Что касается колес, они у вас здесь идут надувные, камерные, передние, задние, я вам уже говорила, одинакового диаметра. Зимой самое то, проедете по-любому без дорожек. Амортизация присутствует, вот она, как всегда она может регулироваться. Вот здесь есть рычажочек, в другую сторону переставляете, будет жестче. Сейчас она у вас самая-самая мягкая. Вот еще раз смотрите. Тормоз выжимаем и тут, чтобы колясочка остановилась. И также у вас здесь есть перекидная ручка. Смотрите, натягиваем вот эти два рычажочка и перекидываем, чтобы мамочка могла уже смотреть непосредственно на своих малышей. Также, что хотела отметить, вы можете сделать положение, например, здесь сидя, здесь лежа, независимо друг от друга регулируется. Ребенок один спит, другого можете посадить, все легко и просто. В принципе, все. Коляска в наличии, все возможные расцветки, которые вы хотите приобрести, можете посмотреть на нашем сайте. Либо напишите мне в WhatsApp. Ждем ваших заказов.